Всем привет! Давно я видео не снимала, особенно про сад. Сейчас вот поработала опять в саду и покажу вам, как выросло все. Смотрите, какие красивенькие у нас растения в саду. Знаете, на вид такой он обычный, а на ощупь, знаете, он как будто силиконовый. Так, а растет он, сейчас покажу как. Смотрите, вот такой вот буш, из него вот эти вот красивые сначала зеленые елочки, а потом они становятся такие вот оранжевые, красивые. Здесь каллы цветут. Здесь мусор, который надо сжечь. Ну, все сделать немыслимо сразу. Я рада, что вам понравились мои папоротниковые деревья. По-английски они называются fern tree. Fern – папоротник. Три дерева. Папоротниковые деревья. То есть такой папоротник в виде дерева. Видите, сколько новых листьев. Выросли они другого цвета, зелененькие. А нижние нужно состричь. Они темнеют, опускаются, становятся такие некрасивые. Я их состригаю. Так, кто спрашивал про ворот? Вот у нас ворот есть, и ворота здесь нужно закрывать. Когда у нас Максик был, он здесь бегал по бэк-ярду, мы, конечно, закрывали ворота. А сейчас ворота закрывать нам не нужно. Если мы только куда уезжаем, закрываем. А так, здесь у людей, вы же видите, в садах вообще заборов нет. Здесь не запираются, не закрываются, не отгораживаются трехметровыми заборами. Смотрите, как у камелии новые листья выросли. Светло-зеленые, какие красивые. Так, passion fruit, девчонки, я, конечно, его как сожрали тогда. Вот он еще, ну, он так и естественно останется. Но я его брызгаю всевозможными спреями. И вот у него уже новый листочек появился. Так он растет, но будем надеяться. От улиток вот еда лежит. Вернее, для улиток, пожалуйста. Еда всевозможная им. Вокруг все лежит. Так, вот здесь у меня суккулент такой. Я не знаю, показывала я или нет. Смотрите, у меня какое растение красивое. По-моему, он называется... Надо было взять картинки, но я очень уставшая, я после тренировки. Да, у нас открыли спортзал, я каждый день хожу в спортзал на разные тренировки, и на зумбы, и на стретч, и на пилатес, и на все что угодно. Единственное, бассейн пока... Бассейн открыли, но нет акваэробики, поэтому я была уже с утра в спортзале. И опять вот в саду побрызгала всю спреем. Подстригла розы. Ну, вот это очень красивый. Как-то африканский костер или что-то такое называется. Вот это, ну, у меня здесь растенцы. Так, ну розы, смотрите. Так, эта роза вся дала побеги. Вот видите, туда белые розы цветет красиво. Розы в этом году, конечно, у меня... Да-да-да-да, сад, смотрите. Розы у меня в этом году, ну, хиленькие. Я поняла, из-за того, что вот я уезжала 2 года, меня не было. Марк, конечно, здесь не брызгал. Теперь я, если я на будущий год, я надеюсь, поеду, я ему дам задание, когда брызгать. И он их побрызгает. Побрызгать будет ему несложно, но нужно мне это дело проследить. Но ничего, они так отходят. Новые побеги появились, старые я состригла. Так, вот эти все стендинг-розы. Розы на ложке. Забыла, вы мне говорили, как они написаны, называются, но я забыла. Вот раскрываются эти все. Вот это очень красивая, которая была полностью. Я думала, она погибла. Она такая необычная. Смотрите, видно, нет? Такая она вот на торт обычно такие делает. Так, здесь у меня вот разного вида ромашки многолетние я посадила. Распустилась. Вот эта роза. Смотрите, какая она красивая. Ну, тоже она. Вот видите, какая тварь сидит здесь. Убила.
Смотрите, каких только ромашек я здесь не насажала, разного цвета. И бархотцы, и герань, и все. Смотрите, как они хорошо поднимаются. Скоро зацветут. Господи, как из головы-то вылетели эти шары-то синие. Ну ладно, вспомню потом. Петунии, смотрите, какая красивая. А здесь я посадила растение, оно будет большое, 1,5 метра в высоту. Называется стрелица или райская птичка с оранжевыми такими цветами. Ну, может, кто-то знает, кто-то не знает. Потом где-то я увижу, покажу. А, агапантусы. Вот такая красивая петунья здесь у меня выросла, смотрите. Распустилась розовая. Вот эти красивые. Так, здесь все цветет. Здесь тимьян лимонный. Посмотрите, как хорошо цветет. Ну, я так понимаю, это хризантема. Все, вот анютины глазки. Вот это покровная очень красиво разрослась, сиреневая. Лавандочка хорошо растет. Ну, те все понятно. Вот это очень красивенько, как маленький львиный зев. Такие хорошенькие разрослись. Такая герань необычного, красивого цвета. Это вот у меня осталось. Это грядка и верх. Ну, пока нет возможности. Пока я только вот доделала здесь, что можно было. Эти розы, конечно, красные цветут шикарно. Так, здесь что? Здесь тоже вот расцвела, но она тоже болеет. Девчонки, я, знаете, я все-таки почему-то, ну, тлей, вот это огромная роза, когда она не болеет, огромная, красивые такие вот цветы у нее, большие соцветия. Этот цвет еще так доцветает. Я, знаете, грешу. Рододендрон, так хорошо, рододендрон, да? Кто-то меня так грубо поправил. Не обращайте внимания, иногда можно ошибиться, ничего страшного. Рододендрон, ничего страшного. Мозгов у меня нет, мне написали, что я так говорю. Ну, может и нет. Такого количества, как некоторые считают. Главное, что у них есть. Смотрите, как цветет красиво такими бутончиками. Не цветет, а это уже такие плоды. Пихта, да? Я тоже могу ошибаться. Так, что еще здесь? Сейчас вот только эту всю розу постригла. Так начинает она немножечко оживать. Да, я грешу, знаете, на чего? Сейчас вот их все постригла. Смотрите, какая красивая. Огромная вот эта роза. О, такой запах у нее. Бархатная роза. Красавица. Фламинго цветет. Бутончиков у него много. Сейчас я тоже пообрезала лишние ненужные ветви. Ну, это было так ничего. Сейчас она, конечно, в порядке. Вот смотрите на одну ветку. Вот сосчитайте, сколько. Мыслимо сосчитать, сколько здесь цветов. Ну, кто захочет, сосчитайте. Я думаю, здесь 15 будет легко. Еще я пару вот так обломила уже, которые отцвели. Так, здесь расцветает шиповник розовый, очень красивый. Все усыпано в бутонах, и будет вот так он весь цвести. Вот этот вот я шиповничек сама черенковала вот из такого. Он хорошо растет. Ну, а здесь, смотрите, вот это вот мне Мариночка подарила на день рождения. Вот они приезжали. Гортензия, такую красивую, откуда-то из питомника, называется. Двойной цвет у нее какой-то махровый, наверное. Так, а это, значит, у нас что? Азалия. Это азалия розовая. Это азалия. Это вот моя розочка тоже черенкованная. Не знаю, какого цвета. Тоже она вот скоро распустится. И это вот этот рододендрон, который... Рододендрон. Да? Дум. Я теперь буду думать, как раньше говорила, не задумался, а теперь рододендрон. Да? Я теперь буду задумываться.
Но это все вот ждет посадки. Укроп, смотрите, очень плохо взошел, но очень плохо. Душевненький, и так скоро он сгинет. Нет, здесь укроп плохо растет. Укроп и кориандр растет очень плохо в Австралии. Ну все. Вот так вот выглядит мой садик на сегодня. Очень красиво. Очень душевно. Я думаю, что вам тоже нравится. У вас сейчас холодно, а у нас вот такая красота. Вчера 30 градусов было, позавчера 32, вчера 27, по-моему, сегодня 22, наверное, как-то так, очень тепло. Ну все, пока, любите и будьте любимы. Вот вам такая красивая солнечная цветная зарисовка из моего сада. Поздравляю, желаю ей всего самого наилучшего, желаю ей самого крепкого здоровья, долгих лет жизни и массу наилучших пожеланий. Все мои розочки в саду для тебя, моя куколка. Смотри, какая красота. Все это от моей души, от моего сада, нет, из моей души, от моего сердца. Вот такие вот розы красивые я дарю тебе.